Hey, мой ник Let's Play, и это краткая сводка новостей с кластера Эрика. В минувшую среду завершился первый сезон лабиринта Харнака, который продлился 2 недели. Межкластерная зона для объединенных сил Red Rise, People и Хрю Патруль обернулась 2 забранными боссами и множеством побед над оппонентами с кластера Зихард, а именно Free to Play и Dark Element. Если в первую неделю вары стабильно навязывали бой и не давали своим противникам расслабиться, за что им отдельное спасибо, то ко второй субботе босс был забран без конкуренции. Стоит отметить дроп с Харнака 23 марта, среди которого оказался рецепт создания легендарного предмета и запечатанный взрыв династии. На смену лабиринту уже стартовал 4-й по счету сезон Острова Древних, где жители кластера Эрики столкнулись со своими давними оппонентами, ныне проживающими на Барцах. Речь идет об альянсе Fairplay. Мне удалось поучаствовать в 3 заварушках, которые состоялись 5 апреля, в каждой из которых оппоненты то и дело вырывали сражения или несколько, но в конечном итоге каждая из встреч оборачивалась поражением для сил Fairplay и победой Red Rise, People и Хрю Патруль. Впереди нас ждет еще несколько дней, прежде чем стороны сразятся за главного босса арены, гиганта Кустера. Там и решится, кто же на этот раз более достоин ресурсов, которые предоставляет зона. Что касается прогноза погоды, то буквально над всеми кластерами небо затянуто ядовито-острым циклоном. Наблюдаются повсеместные осадки из стрел и кинжалов, ведь эти классы сейчас популярны. Не покидайте клан Холл без острой необходимости. Пока что на этом все, следите за обновлениями вместе со мной. Залетайте на мои стримы и делитесь новостями через Discord. Ссылка вас ждет под этим роликом. Спасибо!